Березин, а с Гертом тоже журналисты. Да. Я просто ждал, что кто-то будет. Не, понимаете, я не это, не интервью не давать собирать. Нет, я просто я представился, что Ну, пожалуйста, как бы нам? Банк не работает, поэтому сейчас уже здесь съемку не надо вести. Это когда мы какие-то услуги оказываем, тогда мы как бы имеем типа, закон, правильно? А сейчас мы в данный момент не оказываем какие-то услуги. Поэтому. А если нельзя пригласить кого-то из руководства, кто бы, может быть, вышел к нам и пояснил сейчас для вкладчиков? Да, ну, все будет на сайте же выложено. Ну, в телевизоре написано, лицензию отозвали. У вас здесь вклад? Не, я плачу всегда сюда. Теперь не буду. Скажите, пожалуйста, как вот вы отнеслись к ситуации? Ну, как вы считаете, как отнестись к ситуации? У вас вклад? Да. Без комментариев. То есть даже вот так? Да. Без комментариев? Да. Че ж комментировать? Вот что такое АСВ? Вот корпорация, ну вообще-то, что это такое? У меня идет сюда пенсия. Вот, поэтому я пришла узнать, как, что будет с моими деньгами, как я могу их... Через две недели распределять по банкам, недели, да. Которые будут выплачивать вклады. Это для физических лиц. Да, там сказали. Да, да, да. Через две недели определят банки, которые будут выплачивать. Вообще, конечно, это кошмар. Что скажете по поводу ситуации вот с банком? Она неприятная. Критична для вас? Для меня? Ну, как и для всех, критично. Вы оплачиваете что-то ли у вас вклад, если не секрет? Вклад. Как? Что вам там сказали? Как теперь быть? Сможете ли вы снять свои деньги? Они находятся в шоковом состоянии, поэтому точной информации нет. Предположительно. Нам-то что, нам руководство? А что, вы согласовывались с ним? Да нет. У нас просто нужно какую-то информацию озвучить о ситуации, что происходит. Видеосъемки нельзя снимать. Нам сказали, что в этом банке, что причину они сами не знают, почему лицензию отозвали. Вот. А выплаты страховые все будут через банк, который назначит агентство страхования вкладов. После 7 февраля. Не первый банк, но по этому банку мне очень жалко. Я с этим банком давно дружу, много лет, поэтому странно. Что сказали сейчас в банке? Ясность какую-то внесли, как вам будет дальше? Сказали, что позвонить 6 числа, и будет предоставлена информация, в каком банке можно будет получить свой вклад. До 1 400 000 у кого вклад. Такой. Для вас проблематична эта ситуация? Нет, для меня нет. В общем, что, ваше мнение о происходящем? Ну, конечно, неприятно. Я давно тут работаю. Ну, в смысле, вкладываю сюда средства. Ну, тем более наш банк Саратов.